Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас у нас будет прямой эфир, посвященный курсу ежедневного рисования. Так, к нам присоединяется Наташа Гриценко. Сейчас мы подождем ее. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Наташа. Я в эфире прямиком с маркета простой школы. Тут творится красота, выставки, скоро будет концерт, а сейчас люди рисуют портреты и... Даша Климась проводит мастер-класс по коллаграфии. В общем, жизнь бьет ключом, все отлично, и наш эфир тоже часть такого общего праздника. Передавайте всем привет, очень рада слышать. Надеюсь, маркет проходит успешно, и жду с нетерпением фоток этого чудесного события. Я прикупила принт у Сони Сапожниковой с коровой, чего и всем желаю. Замечательно, поздравляю, прекрасно. Ну что, Марин, мы сегодня собрались, чтобы поговорить о ежедневном рисовании в преддверии вашего курса, который когда начнется, напомните мне, пожалуйста. Курс начнется 2 января, курс будет посвящен ежедневному рисованию, он будет коротким, он займет 2 недели где-то со 2 по 16-17 января, и он будет в основном посвящен самым лучшим и самым прекрасным эффектом ежедневного рисования. Раз вы так уверенно говорите о ежедневном рисовании, его прекрасных эффектах, наверняка вы его практикуете. Да, но тут есть такой секрет. Ежедневное рисование, надо начать вот с чего. Ежедневное рисование – моя любимая тема, потому что это способ завести рисовальный двигатель. Это способ, его, понятное дело, что даже если у вас есть двигатель в машине, вы не гоняете его непрерывно. У вас бывает разное, у всех бывает разное, вы отвлекаетесь, вы занимаетесь другими вопросами, другими делами, потом возвращаетесь к рисованию и так далее. И ежедневное рисование – это способ разогнаться еще раз и еще раз и еще раз. Поэтому, да, я практикую ежедневное рисование постоянно, но не непрерывно, регулярно. Регулярно, как только мне это нужно. Как только я замечаю, что что-то я заскучала, или что что-то стало как-то однообразно, или я просто давно не рисовала, или мне надо исследовать какую-то тему, или пришло лето, или наступила зима, или пришли каникулы. Самый лучший способ отметить все это, и уж в особенности, если я выехала в какие-нибудь новые места, самый лучший способ это отметить, это рисовать ежедневно. Поэтому я делаю это регулярно. Но не непрерывные. Я не могу подписаться на, допустим, марафон 365. Вы никогда в нем не участвовали, да? Никогда, потому что для меня ежедневное рисование – это специальный инструмент. И моя жизнь, я знаю, моя жизнь достаточно богатая и очень, может быть, неожиданно, поэтому подписаться рисовать год ежедневно я такой цели никогда не ставлю. То есть можно, но, скажем, это способ что-то для себя открыть. Про себя. Ну, я все это про себя и так знаю. А сколько лет вы рисуете, вы практикуете ежедневное рисование? Ой, хороший вопрос. Точно совершенно, наверное, с 14 года. С 14 года. И сколько блокнотов вы изрисовали? У вас есть блокноты под рукой? Вы будете их показывать? Ой, нет, у меня, я не взяла блокноты, но я взяла... пачки рисунков, которые я сделала в этом году. Ага. У меня была, если говорить о личной практике, то у меня была очень амбициозная цель в 2013 году. У меня была задача в 2013-2014 году у меня была задача продвинуться в печатной графике и продвинуться серьезно и быстро. И у меня была задача ежедневно делать по одной гравюре и печатать. И вот это меня так влекло, и задача была такой сложной, что я это практиковала, наверное, год. То есть вечером после работы я делала по одной новой гравюре каждый день. Или, в крайнем случае, я резала в один день, а печатала в другой. То есть 365 гравюр за год вы не сделали, но сделали примерно 150, да?
Да, потому что я непрерывно работала над этим. То есть я либо рисовала эскиз гравюры, либо резала гравюру, либо печатала гравюру. Поэтому, ну, естественно, я хочу сказать, что ежедневное рисование включает в себя выходные. То есть нет, не 365 дней в году, а, понятно, с паузами, потому что так можно, надрываясь так, можно спалить все желание рисовать, просто потому что чувствуешь себя виноватым, что не порисовал. Это вот погодите, Марина, у вас была цель продвинуться в печатной графике, а до того, как вы начали практиковать ежедневное печатание, у вас был опыт в печатной графике? Вы уже что-то делали? Нет, мне нужно было срочно научить. И я, ну, и я делала как бы, все эксперименты, какие нужны были. Делала в плане, изучала инструменты, материалы, способы печати и так далее. И в этом смысле, да, это дало свои результаты. Я продвинулась, я поняла все, что мне было необходимо. Тем более эксперименты были посвящены ручной печати, то есть так, чтобы это можно было делать дома. Но не только. Вообще говоря, я применяю это регулярно. Всегда, когда путешествую, всегда. И всегда, когда нахожусь в арт-резиденции, потому что там очень напряженный график. А также всегда летом, потому что это способ отдохнуть. Погодите, и давайте по порядку. Вот с печатной графикой. У вас была цель продвинуться в печатной графике с нуля. Вы каждый день делали маленькие гравюры. И что вот за год я услышала, что вы попробовали много разных техник, ручную печать там и не только, наверняка открыли ряд каких-то приемов для себя и продвинулись. И что у вас на выходе? Вот в конце года с практикой ежедневной печати, что вы получили на выходе, кроме 150 маленьких или немаленьких гравюр? Сколько техник вы освоили? Или, может быть, у вас была выставка? Или что? Что в конце? У меня... я освоила... Я придумала... Как сказать? Я научилась делать трафарет. Я освоила линогравюру. Я освоила очень приблизительно гравюру на дереве. Но очень... То есть я смогла напечатать что-то, но это было очень туманно. Вот. У меня была персональная выставка на родине, и я поступила в Союз художников. А, то есть вы это все делали, чтобы поступить в Союз художников? Да. Здорово. Нет, я это делала, на самом деле, я это делала, потому что мне было очень интересно. Вот, да, это мы по умолчанию имеем в виду, что все, что мы делаем из любопытства, и потому что нам это интересно. Хорошо. Вот ежедневное рисование как метод продвинуться в каком-то деле быстро работает. Ведь это тренировка того самого навыка, те самые 10 тысяч часов, которые вырабатываются путем вот тупого повторения, больше никак. Если ты хочешь в чем-то продвинуться с нуля, сперва тебе нужно одно и то же действие повторить много раз, и волей-неволей ты в чем-то да и разберешься, что-то да поймешь. Вот одна цель, для которой можно использовать инструмент ежедневного рисования. А потом вот вы сказали, что вы расчехляете ежедневное рисование, например, летом, когда вы хотите отдохнуть. А можно про это подробнее? Рисование – это способ, вообще говоря, отвлечься, потому что при этом работают другие участки мозга, чем мы обычно включаем в обычной жизни. Рисовать можно достаточно безответственно, то есть просто рисовать, чтобы сохранить то, что видишь перед собой. И вообще говоря, когда просто кисточкой как-то возишь по краске, это доставляет удовольствие, даже если при этом ничего не рисуешь. Только там, ставишь какие-то абстрактные пятна, смешиваешь краску. Это приятно само по себе. И рисование позволяет хорошо запомнить. Потому что, когда рисуешь, в особенности, если рисуешь с натуры, смотришь не просто быстро, не мельком, а очень внимательно изучаешь подробности, детали и так далее, и так далее. И пока изучаешь, запоминаешь. И обычно, на самом деле это забавно, что обычно, когда после этого смотришь на свой рисунок, очень хорошо замечаешь, что, ну, ничего не похоже, все это не так. Вот. Но зато, когда возвращаешься домой и открываешь рисунок, все возвращается к тебе. Не только то, что, на что ты смотрел, но и что ты при этом чувствовал, какая при этом играла музыка, какая была температура, какой был ты. И это годами, годами потом остается с тобой. Это очень приятно, и я это всегда использую. Да, у меня то же самое. Иногда мне вообще кажется, что я рисую для того, чтобы лучше, чтобы острее жить, и чтобы
лучше запомнить какие-то места, какие-то моменты. Вот точно так же, как вы рассказываете, я открываю блокнот, и у меня тоже есть опыт ежедневного рисования, о котором я расскажу чуть позже. Я принесла несколько блокнотов. Вот, например, один такой большой, нарядный. И там, помимо рисунков, вот тут есть рисунки 2018 года разные. Вот. Или вот. И у меня к рисункам сбоку есть подписи. То есть получился такое, можно сказать, ну ладно, оставим мысль о том, что это какой-то арт-объект, но это получился дневник в картинках. И когда я открываю этот блокнот, просматриваю, я не просто вижу там какой-то набор картинок со знакомыми местами, я очень четко вспоминаю какие-то ситуации, связанные с тем, когда я это рисовала. Например, вот я очень хорошо помню, что эту картинку я рисовала очень-очень морозным утром. У нас накануне с друзьями была вечеринка, я легла спать очень поздно, и с утра я встала, и мне надо было ехать на занятия, и чтобы как-то прийти в себя и собрать мысли в кучу, я начала рисовать свой вид из окна. Вот, и я помню всех этих друзей, все ощущения и прочее. Или, например, вот эти вот картинки, они тоже из зимней поездки в Переславль-Залесске. Я очень хорошо вспоминаю, о чем я разговаривала с человеком, с которым я ездила и в тот момент. А, собственно, почему я начала рисовать эти картинки? Потому что там он пошел в одну сторону, а мне надо было чем-то занять время. И я стала рисовать вот эти мотивы. И ежедневное рисование кажется мне очень классным способом фиксации реальности и такой вот своей субъективной реальности, своей собственной жизни. И потом это можно пролистать и не просто вспомнить, но погрузиться в те ощущения, вспомнить, как тебе было, а спустя несколько лет это всегда очень интересно делать, потому что ты изменился, и интересно увидеть себя в нынешней точке относительно того, что было раньше. Вот, то есть это такой способ и проживание одновременно, и проживание момента, и фиксация этого самого момента. Вот если мы вспомним художников, например, моего любимого Александра Денисовича Михайлова, фотографии на тему вот, я не помню точно цитату, но у него были всякие с одним, с другим, и все они были подписаны, что вот этот момент вот. Так, извините, Наташа, меня слышите? Наташа? Да, вы меня. Я вот тут. Слышу, вы пару раз пропали. Угу. Ага, да-да. Тут кто-то звонил на телефон, простите, пожалуйста. Да, я между... Спасибо, что вы сказали об этом эффекте, потому что я принесла, например, показать работы, которые я делала в этом году, потому что я реально рисовала, поскольку был карантин, и мы все сидели дома, и я реально очень много рисовала каждый день, и я пробовала разные приемы, разные подходы, я рисовала всякие мини-комиксы. Mm-hmm. Вот, особенно, когда я тоже болела, мне нельзя было вообще ничего, кроме как лежать в диване, и у меня оставалось только упражняться с бумажками, клеить коллажи, рисовать и смотреть на окружающую природу. И я их держу просто как дневник. Наташа, а скажите, пожалуйста, о своем глобальном опыте. О моем опыте ежедневного рисования, да? Ну, во-первых, у меня, как мне кажется, и у всех людей, у которых есть высшее художественное образование, есть студенческий опыт, когда тебе на лето задают задания, выраженные, скажем так, количественно. Там, в сентябре нужно принести 500 набросков. И чтобы принести эти 500 набросков, ты считаешь в начале лета, сколько же набросков тебе надо делать каждый день, и рисуешь каждый день, чтобы потом в итоге сдать задание.
И в студенчестве такие штуки, мне кажется, просто необходимы, потому что это те самые 10 тысяч часов, тот самый навык, который позволяет на собственных творческих задачах разрисоваться и начать, и в чем-то достаточно быстро продвинуться. И вот этот вот эффект начать, разрисоваться, продвинуться, он, мне кажется, очень хорош именно для так или иначе начинающих, или для совсем начинающих рисовальщиков, или для студентов, или для тех, кто хочет освоить, вот как вы рассказывали, например, новую технику. Вот тут ежедневное рисование работает как совершенно прекрасный инструмент. Если ты это все повторишь много раз, волей-неволей ты в этом станешь лучше. Но потом ты этот период проходишь, то есть ты уже становишься довольно опытным автором, и умеешь делать хорошие рисунки в разных техниках, попробовал многое. И тут, ну, у меня так было, я начала хотеть большего. Мне стало скучно просто рисовать картинки, у меня уже было достаточное количество удачных набросков и так далее. И просто ежедневное рисование там, для прокачки навыка, нет, спасибо, на этот момент я уже достаточно прокачалась. Я, ну, вот прокачка ради прокачки, чтобы там, как Шварценеггер, иметь вот такие вот мышцы и выйти на конкурс, нет, мне это не интересно. Мне захотелось поучаствовать в выставке. А на выставку, ну, остались сейчас еще, конечно, выставки, куда ты можешь принести 1-2 хороших листа и в этой коллективной выставке поучаствовать, но в целом это уже такой совершенно отживший формат. Сейчас все выставки – это проектные выставки, включая коллективные. Когда ты не просто приносишь хорошую картинку, а ты приносишь некую серию, если мы говорим о графике, графическую серию, которая позволяет раскрыть авторский замысел и идею более полно, нежели один рисунок. Это совершенно иной объем и другое качество работы. И как подступиться к серии? Если вот ты, например, хочешь поучаствовать в выставке и сделать выставочный проект, или если ты хочешь, ну, может быть, издать свою книгу или комикс, или что-то в этом духе, то есть большой проект. Вся работа, даже если у тебя уже есть какая-то вот идея, ты продумал концепцию, вот носишься с этой концепцией, потом тебе все равно надо набрать материал. Очень редко, когда авторы берут и сразу рисуют все начисто. Наверняка такие случаи есть, но они очень редки. И вот художники, с которыми я разговаривала, вот из последних выставочных проектов, которые мне запомнились, например, выставка Лизы Альшанской на фабрике, текстильная выставка, в аннотации там говорилось, что эта выставка выросла из 2 или 3-летнего наблюдения Лизы за фасадами домов, и она их фотографировала, собирала, и только вот потом, когда за 2 года набралась какая-то критическая масса этих наблюдений, этого материала, к Лизе пришла вот форма, в которой она могла бы свои наблюдения представить публике, и идея о частично цифровой печати своих фотографий на ткани. Вот, то есть все равно сперва нужно набрать материал. И как и с любыми большими проектами, тебе страшно. И непонятно, вот с какого конца за эту махину браться. И лучше, как мы знаем, чтобы побороть страх и вот эту вот прокрастинацию, надо просто сперва пойти помыть посуду, подмести пол, то есть занять себя какими-нибудь простыми, понятными действиями, а мозг в это время начнет работать. И ежедневное рисование – прекрасный инструмент для сбора материала к большим проектам. Ты можешь задумать свою идею, положить голову, и она у тебя там как-то варится. А в это время ты каждый день рисуешь, но не все подряд, а так как у тебя эта мысль варится, так или иначе рисунки, ну, чуть-чуть, да и будут привязаны к теме твоего проекта, даже если ты специально ничего не делаешь. Потому что все твои мысли в проекте, и ты начинаешь обращать внимание на вещи, с ними связанные. А в это время происходит самое интересное. Так как мы уже опытные вроде рисовальщики, много чего умеем, и делаем вот эти вот наброски, мозг расслабляется и отдыхает, и в это время
и зреет мысль вне нашего участия. Потому Очень что когда хорошо. ты сидишь и думаешь, а, у меня дедлайн через 3 недели, что же мне делать, надо срочно родить концепцию, обычно у тебя как-то что-то ничего не рождается. А когда ты вот сидишь спокойно, занят своим делом, вроде погружен в дело, а вроде так, как ты достаточно опытный, можешь где-то немножко отключиться и на моментах исполнения, когда вот ты уже все придумал, а тебе надо просто чуть-чуть поштриховать, да, вот в эти-то моменты творческое живое работает. И потом ты просто вроде бы рисовала, с утра встал, так хоба, у тебя идея. А вот и материал уже собран, и осталось уже только отобрать, придумать технику, как ты это все исполнишь. Вот, и ежедневное рисование – это прекрасный инструмент для создания серии, создания выставочных проектов. В частности, у меня так родился выставочный проект «Другое Гальянова» из наблюдений за моим районом, в котором я тогда жила, и в том числе за видами из окна. И вот, скажем, вот этот вот рисунок, конкретно на его основе ничего не родилось, но то, как я подметила вот эти вот клубы дыма, такие белые, тяжелые, пара, точнее, из градирин, вот этот прием я потом совершенно сознательно развила в печатной работе с градиринами. Вот, то есть ежедневное рисование я использовала еще и как способ, когда мне нужно набрать материал и когда мне надо подумать о каком-то достаточно крупном проекте. И еще два момента таких из примеров последнего времени, связанных с ежедневным рисованием, это момент, связанный с моими личными интересами. У меня был перерыв, годовой перерыв в рисовании, связанный с беременностью и декретом, когда я вообще не могла ни рисовать, ни совершенно ничего делать. И до этого, ну, там большой достаточно рисовальный опыт, работа на заказ, и там групповых проектов, прочее, прочее. И тут, когда немножечко очухалась, я поняла, что я совершенно не знаю, куда мне сейчас двигаться, и я совершенно не знаю, что мне интересно. И какие-то вещи из серии там, ой, а не освоит ли мне еще новую технику? Нет, не освоит. Мне скучно стало достаточно. А не сходить ли там, не порисовать фигуру человека? Я сходила на наброски, и я поняла, что сейчас мне это не актуально, при том, что в какой-то момент мне это было очень нравилось, и было очень интересно. Нет, не радует. И я впала прямо в такую в кризис и в драму, что как же так, елки-палки, я что, вообще разлюбила рисовать? И у меня был прям такой терапевтический план по восстановлению. Он был связан с ежедневным рисованием, и в его основе было, как ни странно, разрешение не рисовать. То есть я сказала себе, не хочешь, не рисуй. Но чем я занималась, когда я не рисовала? Я обустраивала свое рабочее место, потому что я внезапно обнаружила, что у меня нет рабочего места в этом вот новом мире. И когда у меня выкраивается там 3-5 минут, мне просто негде рисовать, и поэтому я не рисую. Я занималась наблюдениями. То есть, когда, скажем, я гуляла с коляской, я смотрела очень внимательно, включенно на все подряд, и фотографировала какие-то штуки, которые казались мне интересными. Но просто так фотографировать это совершенно мертвая практика, потому что если ты это не разберешь вечером по папочкам и не удалишь из телефона плохие фотки, не оставишь только хорошие с подписью там «Здесь меня заинтересовала текстура на заборе и сочетание цветов», то это все так в телефоне мертвым грузом и осядет. А если ты это разложишь по папочкам, там, цветы, домики и текстуры, то это все приобретает очень наглядный вид. И примерно через неделю таких наблюдений ты обнаруживаешь, что фотографируешь ты примерно одно и то же. А значит, там твой интерес. И следующий шаг остается просто взять и пойти порисовать то, что ты фотографировал до того. И с радостью обнаружить, что тебе
по уши, как интересно, что тебе очень интересно и весело. Этим летом я, например, так вспомнила, что я вообще-то очень люблю ходить на пленэр, и не просто на пленэр, а с красками, чтобы, значит, идти в поле, чтобы тебя ел комар, чтобы на тебя был ветер и так далее, и так далее. И почему-то у меня было в голове, что вот мне нравится сейчас там черно-белая печатная графика. А оказалось, что на самом деле сейчас мне нравятся очень яркие цвета, гуашь, букеты и букеты, и еще букеты. И я совершенно радостно все лето прорисовала букеты гуашью, такие жирные, с узорами, плоскостные, и прекрасно себя чувствовала, и получила, на мой взгляд, очень даже неплохие листы. Вот, то есть ежедневное рисование, помимо прочего, это практика выхода из творческого кризиса. Только тут важно не загонять себя какими-то вот супер целями. Там, вот, ты во что бы ты ни стал должен. Нет, это мне, во-первых, неинтересно, во-вторых, путь к выгоранию. Ты просто рано или поздно все это бросишь и будешь еще себя ненавидеть за это, что, а, ты слабак, ты все бросил, ты не смог. А вот Дима Горелышев может, а ты нет. Вот, ты, ну, не Вообще смог. сравнить себя с кем-нибудь, это убийство. Наше все, ну как же, наше все. Вот. И главное здесь просто как-то вот поддерживать все время в себе вот этот вот огонь внимания, внимания к происходящему. Что мне интересно, что происходит вокруг, а как и что. И если это делать каждый день по чуть-чуть, ты втягиваешься. И наступает момент, когда ты уже потираешь лапки и так, ну, где же мои красочки, я хочу скорее это все нарисовать. Вот. И поэтому ежедневное рисование в таком его, в разумном виде, может стать очень хорошей профилактикой творческих выгораний. Знаете, вот сейчас есть такая модная штука, карьерный чекап, когда ты проверяешь себя по разным пунктам, насколько ты актуален в профессии, и если тебя прямо сейчас уволят, найдешь ли ты новую. Вот. Или там медицинский чекап, когда у тебя вроде все в порядке, но ты ходишь и сдаешь всякие анализы и проверяешь, не надо ли тебе там железо попить, чтобы у тебя и дальше было все в порядке. И ежедневное рисование – такой творческий чекап, когда ты себя проверяешь, а что тебе интересно сейчас, а не залип ли ты в теме совершенно механически. Может, ты ходишь на наброски просто потому, что ты привык в определенный день, в определенное время выходить, садиться и там доезжать до определенного метро. А может быть, тебе на самом деле интересно сейчас совершенно другое. Вот, и такой очень хороший способ профилактики кризисов, как мне кажется. Вот это мой опыт. И я покажу еще один блокнот. Там нет букетов, но вот он тоже недавний. Там есть всякие деревья. Ох, мастер. Это вот как раз тот период, когда я поняла, что вот сейчас мне интересно и хочется очень ярко красить цветом, что я, в общем-то, и делаю. Так, или вот. И Маска. еще один способ, вот для которого, еще одна цель, для которого я применяла ежедневное рисование в этом году, это быстрая фиксация. Мне хотелось, у меня в голове сложилась серия, это была серия, ну, такая наблюдение за моим дачным поселком, ночная серия. Я очень хотела рисовать вот про темно, серия про ночь. И совершенно не было времени как-то что-то фиксировать. Я попробовала это все сфотографировать. И вот незадача. Камера ночью ничего не брала из того, что я вижу. То, что получалось на фотографии, даже с каким-то комментарием, пояснениями, что вот тут вот меня заинтересовало, вот это, а еще окошечко классно горит, на фотографии не было видно вообще. Была какая-то муть. И я расчехлила ежедневное рисование, прелесть которого в том, что можно делать очень быстрые рисунки за 5 минут, за 10 минут и Одну минуту, одну. за 1 минуту, да. И просто стала делать зарисовки, потому что было очень досадно. Мне так понравилась придумка, и было бы жалко ее профукать. Вот. И у меня есть вот такие еще маленькие блокнотики. И у меня есть серия вот таких вот всяких ночных зарисовок, при том, что они очень быстрые,
очень быстрое и неточное. Но по этим картинкам я совершенно в состоянии восстановить ход своей мысли и, ну, развить его в большой графической работе, когда к этому придет время. Вот, такой вот опыт ежедневного рисования у меня был, и из него я могу сделать несколько выводов. Во-первых, к ежедневному рисованию, если вы не супер начинающий, которому нужно просто разрисоваться и продвинуться, очень классно приложить цель. Потому что без цели это превращается в такой очень изнурительный марафон и обязательства ради обязательства, которые давят на тебя, потому что, ну как же, я же вот обещал себе каждый день рисовать, а вот на этом ты далеко не уедешь. Без осмысленной цели на одном обязательстве это, ну, сам себя изнасилуешь, в общем, больше ничего. И если вы хотите заниматься ежедневным рисованием, поставьте себе какую-то конкретную цель, зачем вы это делаете, и что вы хотите получить в конце. Вы хотите потренироваться в новой технике. Может быть, вам подарили набор масляной пастели, вы понятия не имеете, как к нему подступиться, и жалко, такой хорошенький, красивенький наборчик без дела лежит. Может, вы хотите освоить новую технику. Может, вы хотите через год поучаствовать в выставочном проекте, и вам надо что-то придумать, а у вас ноль идей, и вам нужна идея. Может быть, вы хотите написать такую летопись вашей жизни, как-то лучше запомнить моменты, острее прожить, запомнить вот места, чувства, ситуации, да, там, что-то еще. Еще, кстати, вот у ежедневного рисования, такого дневникового, есть очень интересный эффект, связанный, например, с рисованием портретов своих или окружающих. Ты фиксируешь изменения, которые не видны глазу. Это связано и с рисованием города, да. Например, ты рисуешь одни и те же места, а потом там происходит какая-нибудь реновация или что-нибудь еще, или строят другой дом, а тот сносят. И ты обнаруживаешь, что то, что казалось тебе вечным, ушло, а на твоих рисунках осталось. У меня вот, например, есть пачка рисунков там, с покойными натурщиками, людьми, местами, которые я совершенно не могу выкинуть, при том, что там есть прям плохие рисунки, потому что для меня это память о этих людях. Вот, это такой вот... Ты фиксируешь то, что кажется тебе вечным, а ничего вечного нет, оно все приходящее. Вот. В общем, ставьте цели обязательно на ежедневное рисование. Ставьте себе сроки. То есть вот я берусь за ежедневное рисование в течение 2 недель. Зачем нужны сроки? Чтобы посмотреть, как вы продвигаетесь. Чтобы посмотреть, что было в начале, что стало в конце и какой путь вы прошли. А вы неизбежно пройдете, прям вот не ходи к гадалке. И третий момент. Мне кажется очень важным заранее готовить инструменты и иметь удобные инструменты для работы, чтобы ваше ежедневное рисование не слилось, а было приятным, в радости и в удовольствии. У меня, например, есть несколько блокнотов, и я беру тот или иной в зависимости от ситуации. Например, если я знаю, что у меня будет очень мало времени, и я буду рисовать что-то на бегу и какие-то быстрые вещи, у меня вот супер тоненький маленький блокнот с хорошей бумагой для набросков, потому что все равно я не буду в нем ни красками красить, ничего, у меня нет времени. Если я знаю, что у меня времени побольше, и я хочу потренировать какую-нибудь технику, требующую плотной бумаги, у меня есть вот такой вот хорошенький блокнотик с плотной бумагой, практически ватманской, и в нем я рисую гуашью, фломастерами, в смешанных техниках, и заготавливаю заранее всякие инструменты и даже сам блокнот. Например, тут я заранее грунтую страницы, не все, некоторые, потому что это помогает мне быстро войти в работу. У меня уже есть некий грунт, некий обобщенный фон, который мне свяжет колорит и задаст некий общий тон. Ну, вот, например, сейчас покажу. Найду эту картинку.
И сокращает, кстати, время на работу, если вы там работаете быстро. Вот, спасибо Ну за вот, совет, Наташа. Очень скажем, вот эта практически вот картинка, полезные. да, она это такой вот загрунтованный охрой и серым лист, ну, вот тут видно, гуашью, поверх которого я достаточно быстро начеркала что-то зелеными и красными фломастерами. Но вот этот вот общий тон, мне очень нравится, как он это все связывает. В чем суть? Если я накануне подумаю, что я хочу рисовать, сколько у меня будет времени, когда я буду это делать, какие мне для этого понадобятся инструменты, вероятность того, что у меня на следующий день появится картинка, и что я получу какую-то радость от процесса, она увеличивается в разы. Потому что ничего нет хуже, чем когда ты мечешься, что «О, я же должен сегодня сделать картинку, а у меня карандаш не заточенный, ой, вот я взял, а тут бумага порвалась, блокнот тяжелый, тащить лень, да, ну его все, завтра порисую». И вот этот вот момент именно подготовки рабочего места и инструментов кажется мне очень важным для успешности вашего ежедневного рисования. Поэтому готовьтесь заранее. И мне кажется, про свой личный опыт мы уже более чем достаточно рассказали. Марин, я хочу вам вопросы про ваш здоровский курс позадавать, потому что я сама хочу к нему присоединиться. Мне кажется, каникулы – это прям отличное время. И поэтому у меня есть интерес. Вот правильно я поняла, что курс будет длиться 2 недели? Да. А что мы будем Вообще делать? Мы говоря, каждый день будем получать какие-то задания? сейчас, сначала момент про 2 недели. Вообще говоря, Угу. я сторонник, чтобы этот курс длился месяц, 4-5 недель, но только для тех, кто это имеет смысл делать 4-5 недель, для тех, кто хочет реально разрисоваться. То есть для тех, кто долго не рисовал, для тех, кто вообще рисуют редко и так далее. Потому что нужно выработать привычку. А привычка вырабатывается недели за 3, за 4. За 2 недели привычка как таковая не возникнет. Но возникнет такой подход, скажем, подход, когда у вас все готово к рисованию. То есть если вы 2 недели подряд рисовали, вы точно организовали себе место, вы уже поточили все свои карандаши, и вам будет легко продолжать дальше. У нас задания будут не каждый день, но задания будет 4 задания, на каждое где-то по полнедели. Но это зависит от того, ну, кто быстрее, потому что, допустим, на первой неделе мы начнем с организации рабочего места, но есть люди, участники, у которых уже есть рабочее место, поэтому мы сразу приступим к рисовальному тренажеру с неожиданными интересными заданиями. А какого рода будут задания там, на какую-то технику или на определенный сюжет? Что за задания-то будут? Мы обычно начинаем с того, чтобы просто разрисоваться и повеселиться. Поэтому мы применяем участники предыдущего курса. Помнят это прекрасное занятие? Мы начинаем с игры под названием «Рисовальная рулетка». То есть случайным образом получаем задание, что рисовать и как рисовать, то есть цель и ограничение. Но для тех, кто пришел на курс со своей собственной задачей, это не является обязательным. То есть обязательным на курсе ежедневного рисования является рисование. Так долго, как участник задумал, так, как ему удобно. То есть самое главное здесь внимание к себе. Поэтому, если я хочу рисовать ежедневно, допустим, по полчаса, я буду рисовать ежедневно по полчаса. Если я хочу попробовать, а сколько для меня удобно рисовать, вот, что для меня все еще комфортно, может быть, мне удобно начать с 30 секунд, может быть. Поэтому у кого такая задача, тот будет выбирать время. Но я встречаю очень часто участников, которые готовы рисовать, но они не могут придумать, что рисовать. Им удобнее, и вообще говоря, я пробовала это и на себе, все самые зажигательные идеи возникают, когда задача поставлена. То есть в рамках какой-то задачи интересно искать креативное решение. Когда рисую все, что угодно, я трачу время на то, чтобы придумать что. И у нас будет специальная рулетка, которая будет раздавать случайным образом интересные задания с сильным и не сильным ограничением,
советами, на что обратить внимание, что нарисовать и так далее. Например, найти и нарисовать два совершенно максимально непохожих на друг на друга предмета и показать эту максимальную непохожесть. И это достаточно, скажем, свободное задание, хотя оно звучит жестко, но на самом деле оно довольно свободно. Оно развивает внимание, потому что недостаточно просто найти разные. Нужно сформулировать, а в чем разница? Потому что они могут быть разными по цвету, разными по фактуре, разными по размеру, разными по форме. И когда вы увидите, в чем будет разница, тогда это даст и инструмент для решения, и, собственно, идея рисунка, потому что ничего другого рисовать не надо. Вот то, что есть в задании. И обычно участники очень любят это задание, потому что на каждый день есть твоя задача, и она каждый раз очень неожиданна. Поэтому... А если мне достанется задача, которая мне вообще не понравится, что мне делать? Я вот прям не захочу ее рисовать. Идти в соседнюю точку, выбрать то, что понравится, конечно. Никакого насилия. Мне подходит такой курс. Это рулетка. Кубик можно всегда перебросить еще раз. Хорошо. А вот сейчас для меня курс звучит как... Ну, ты бери и рисуй. А где же обучение? Будут ли какие-то задания именно обучение рисованию или обучение техникам, или вот что-то еще? В целом, этот курс не посвящен буквальному обучению рисованию. У нас будет, помимо заданий, у нас будет несколько, 3 и, возможно, 4 встречи, 4, скорее всего, встречи в эфире, в Zoom'е, когда мы будем рисовать вместе. И там эти встречи будут посвящены тому, как решать эти рисовальные задачи, техникам, которые заинтересовали участников, обычно быстрым техникам, которые позволяют получить, допустим, быстро пятно, линию и пятно, например, трафарету или коллажу, или чему-нибудь еще, что заинтересует участников. Вот это, этому обучение будет. В прямой связи, но не будет специальных задач на освоение техники, потому что этот курс скорее на обучение тому, как рисовать регулярно. То есть на внимание к тому, что... Первая неделя вся уходит для ответа на вопрос, как рисовать, чтобы было удобно. Что удобно, где? Где удобное рабочее место? Сколько времени комфортно? Потому что кому-то удобно рисовать или комфортно рисовать 3 часа, а кому-то больше 10 минут просто не хватает терпения или быстро устаешь и так далее. То есть нужно ни то, ни другое, ни плохо, ни хорошо. Это как есть, это нужно просто про себя знать. Поэтому вся первая неделя уходит на организацию своего рисования и на решение любых или каких-то творческих задач, чтобы было к чему это применить, чтобы не просто... Потому что есть такой момент, что когда, с одной стороны, когда рисуешь, что хочешь, ты и не можешь понять, а получается у тебя или нет, или хватает ли тебе времени, потому что ты можешь в любой момент начать, в любой момент бросить. И непонятно, можешь ли ты решать какие-то задачи рисовальные, или просто вот плывешь по течению. И когда все это через неделю станет нам ясно, следующая неделя уйдет на понимание, что интересно, а что неинтересно в рисовании. На пробы техники, на пробы времени, на пробы вообще просто предмета рисования. И на понимание, а чему хочется посвятить вообще следующий год. Потому что для художника, в особенности для того, для тех, кто уже не, как бы не учится или отучился уже очень давно, процесс продвижения дальше, прогресса, связан с собственным желанием. И вообще даже для художников, для тех, кто никогда не учился, нет никакой задачи взять и специально какую-то программу пройти, вот сесть 6 лет, отучиться. Нет, мы двигаемся вперед, просто зная, что нам сейчас интересно. А для того, чтобы это знать, нужно рисовать и наблюдать за собой, просто нежно наблюдать за собой. А что тебе сейчас, что тебя греет, что тебя цепляет? А не хочешь ли ты вот это попробовать, а может быть вот это? И мы будем это пробовать и находить вот точку роста, которой можно посвятить следующий год или там следующие пару месяцев. Моей точки зрения, если курс идет и в конце курса есть план как бы на следующий месяц,
то следующий месяц пройдет в таком же ключе, и значит в конце этого месяца будет план на следующий месяц, и так оно все покатится, и этот вечный двигатель будет двигаться, можно будет записываться на другие курсы или пробовать другие техники, если захочется, участвовать в выставках. Это всегда вопрос интереса. А что интересно завтра? Потому что ничто не вечное, мы не подписывались вечно рисовать так, как мы сейчас рисуем. Может быть, не рисовать, может быть, лепить. Сейчас для меня это звучит как курс, на котором мы будем работать над прокачкой, собственно, художника, да, над самым главным инструментом художника, над самим собой. И использовать для этого мы будем практику ежедневного рисования, верно? Верно. А вот такой вопрос. Зачем тогда, вы меня простите, Марина, но зачем тогда преподаватель на таком курсе, если вы не будете объяснять, какие техники, а как что? Зачем мне идти на курс, если я могу взять и просто, послушав эфир, каждый день порисовать? Ну, на самом деле, на этом курсе важный момент, элемент участия – это преподаватель и группа. Угу. Потому что, во-первых, наличие группы – это наличие компании. Нам всем нужно, чтобы мы что-то делали вместе. Мы же люди. Интересно, самому нарисовал такой радостный, хочется поделиться. Можно поделиться, посмотреть, что другие сегодня нарисовали. То есть это такой элемент поддержки внутри группы очень сильно работает. И у нас будет такая возможность, потому что мы работаем на доске мира и можем смотреть рисунки участников каждый день, и каждый день задавать вопросы, делиться опытом и так далее. Зачем нужен преподаватель? Ну, я бы сказала так. Преподаватель нужен частично за тем, чтобы ответить на вопросы, если, ну, по техникам, если не получается, если хочется. У нас не будет никаких специальных намеченных техник, но на этом курсе я всегда рассказываю, отвечаю на вопросы, а как это сделать. Просто эти вопросы индивидуальны. То есть, если я вдруг понимаю, что я хочу сделать трафарет, но я ни разу в жизни не пробовала печатную технику, не пробовала трафарет, я могу написать на своей доске, что «Марина, вот у меня задача, хочу сделать трафарет. Вы можете мне показать, как это делать? И вы подскажете мне, что делать?» Да, конечно. Именно из этого складываются наши встречи, занятия на встречах, потому что нет, с моей точки зрения, на этом курсе нет смысла давать какой-то конкретный план учебный, потому что приходят люди с очень разным опытом и с очень разными интересами, но постепенно, ну, во-первых, бывает, что друг у друга все подсматривают и начинают хотеть вот именно эту технику попробовать, вот, а с другой стороны, можно задать вопрос, я не знаю, я вижу, у меня не получается перспектива, расскажите, я расскажу, там, я хочу, давно мечтала, у меня была задача на этом, вот у меня есть каникулы 10 дней, я хочу освоить, не знаю, трафарет. Нет проблем, освоим трафарет. То есть это все скорее вытекает из пожеланий. Так что учеба будет, но она не будет такой специальной. Этот курс, повторяю, посвящен практике и установлению практики, и поддержке друг друга. То есть обычные участники, которым надо разрисоваться, им очень важна поддержка, чтобы видеть, что... Я встречала очень много разных реакций, и сама давала такую реакцию. Важно видеть, и как классно рисует сосед, и что сосед рисует так же, как ты, и что есть, что у тебя есть сложности, и у участников есть сложности. Я помню, что на одном из первых курсов, которые мы ввели, я показала работы с пояснением, вот я делала, у меня ничего не получилось, и вот я переделала на следующий день. И для одного из участников это было открытием, что у преподавателя тоже может что-то не получиться. Конечно, делали ерунду какую-то. Да, нет. Есть хорошее, есть, бывает, не получается. То есть вот это такое как бы совместное проживание. Я очень люблю этот курс, потому что я при этом тоже рисую каждый день. И это для меня тоже практика. И как и все, и у меня тоже рутина. И хотя я рисую каждый день по профессиональной необходимости, это вот ежедневное рисование – это другое. Это способ отвлечься, посмотреть еще раз свежим взглядом на это, на все. Притом, и для меня, как для профессионала, это в том числе обозначает, что
я по профессиональным задачам продолжаю рисовать, но ежедневное рисование у меня для другой цели. Поэтому для курса я рисую отдельные вещи. С отдельным настроем, с отдельной целью. А если не секрет, у вас уже есть цель на будущий курс? Ваша личная как практиканта, а не как преподавателя? У меня есть моральная цель. Я хотела бы осмыслить происходящее вокруг. О, здорово. Но то на есть самом деле у меня всегда такая цель. Исторически то есть это для вас инструмент рисования, ежедневное рисование, как способ осмысления происходящего? Ну да, для меня рисование, вообще говоря, способ осмысления происходящего. Я использовала всегда рисунки как ну, что-то, что я могу оставить на бумаге и убрать, если мне мешает, или осмыслить, или запомнить. Поэтому у меня цель осмысления происходящего, потому что год выдался очень насыщенным, прям перенасыщенным. Поэтому я рассчитываю использовать этот курс для того, чтобы приостановиться, вздохнуть, осмыслить, смотреть на это на все и начать год. Ну, здорово. И мы приглашаем всех присоединиться к курсу Марины Бородиной «Рисовальный тренажер», который начнется уже 2 января. И туда можно приходить и со своими задачами, и вообще без задачи, и только с желанием. И с желанием попробовать, а что это за штука такая, с которой все носятся, это ваше ежедневное рисование. И с целями, и без целей. И... А тем, кто вот совсем не рисует, Марин, можно прийти? Если вот вообще вот и боится. Ну, я бы сказала так. Я не встречала людей, которые бы совсем-совсем не рисовали. На самом деле рисуют все, потому что все умеют писать, значит, все умеют рисовать. Можно. Единственное, что надо помнить, что мы не будем там учить рисовать. Мы будем ставить задачи и помогать всем, поддерживать и помогать, но рисовать придется самостоятельно. Мне кажется, это курс, на котором не будут учить рисовать, но можно научиться рисовать. Если у тебя, потому что если у тебя есть вопросы, можно задать их Марине, и Марина подскажет, что надо делать. Я бы сказала, научиться рисовать в смысле процесса, разогнаться. Разогнаться, чтобы дальше рисовать и учиться рисовать, потому что ну, с одной стороны, все умеют рисовать, с другой стороны, вот окончательно научиться рисовать, мы знаем, невозможно, потому что мы непрерывно сами учимся. То есть это курс, который позволит наладить рисование, поставить его на, ну, такой, на поток, чтобы это стало не редким, сногсшибательным стрессообразующим событием, а ежедневным. Таким. Как зубы почистить. Да. Да, как зубы почистить. Да, никто не переживает по этому поводу, я надеюсь. У нас осталось 5 минут от эфира, и мне кажется, если у кого-то есть какие-то вопросы по курсу, то можно задать их Марине вот тут вот, внизу в чате. Вот. И пока вы придумываете и пишете вопросы, Марин, напутствие участникам на Новый год. Пожелание. Пожелание, дорогие друзья, не напутствие. Да. Марина президента. Я желаю, в общем, я хотела бы, чтобы все перед... Во-первых, год еще не закончился. Я надеюсь, что он закончится прекрасно, все будет отлично, мы проведем время с семьей там, где мы хотим, так, как мы хотим, не слишком напряжемся, увидим все, что захотим увидеть, и погода будет прекрасной. Я надеюсь, что... Я хотела бы, чтобы у всех все было хорошо. Проведите с максимальной пользой предоставленные судьбой каникулы. Я приглашаю провести эти каникулы, занимаясь ежедневным рисованием. Вопрос у нас в чате, можно ли название курса. Этот курс называется «Рисовальный тренажер». Он опубликован на сайте «Простой школы» в разделе «Онлайн». Этот курс на 2 недели со 2 по 16 января. Я приглашаю всех ежедневно в компании, со мной, с Наташей, из группы других активных и жизнерадостных участников, любителей. Я знаю, что некоторые из участников уже были на предыдущем курсе, они хотят еще раз. Вот, всем очень понравилась рисовальная рулетка, все ждут, какие будут еще задания. Вот, приглашаю повеселиться на каникулах. Что еще есть хорошего в ежедневном рисовании, помимо практической пользы, возможности продвинуться, составить план, перепробовать все, это
с одной стороны обязательства, а с другой стороны полное отсутствие каких-либо, какой-либо суперответственности. Нам всем очень тяжело, мы все гиперответственны. Это курс, который в основном посвящен тому, чтобы получить от рисования удовольствие. Найти где-то старались. Да, мы все, мне кажется, очень серьезные, и курс игра, и вообще игра – это то, чего нам не хватает. Игрового состояния, когда все понарошку, чик-трак, я в домике. Вот, вопрос, как все успеть? Сходить на курс по ежедневному рисованию, где можно научиться в том числе успевать за минуту, за 3 минуты и не ставить себе каких-то завышенных ожиданий. Это очень такой важный, мне кажется, момент. Часто мы привыкли работать с большими блоками, там, например, по 3 часа, и что вот, ну, если у меня нет вот места 3 часов тишины и всего, то и затеваться не стоит. И в итоге у тебя 7 раз по 0 картинок, и в конце недели ты ни с чем, потому что ты так и не выделил эти 3 часа, это очень много времени. А если бы ты рисовал каждый день по 5 минут, не парясь, то у тебя было бы 7 картинок по 5 минут, и, может быть, очень хороших. Поэтому на курсе, в том числе и с этим будем разбираться, не столько как все успеть, а сколько как убрать вот эти вот вредные установки, которые мешают нам рисовать, вместо того, чтобы переживать и париться. Вот будем с ними разбираться и их убирать. Да, Марин, будем? Да, мы будем на встречах, мы будем обсуждать, во-первых, на доске, во-вторых, на встречах мы будем обсуждать опыт предыдущих участников и существующих, потому что как все успеть, у нас у всех есть эта проблема, но главное задать себе этот вопрос, потому что ответ, это собственно, ваша, ну, не ваша, а задача участника в этот момент, когда появился вопрос, как все успеть, это решить именно эту задачу. Потому что на моей памяти было несколько вариантов. Один участник успел, потому что картинки сделал очень маленькие. Один участник, это была я, рисовал реально 10 секунд, просто провел несколько линий, но осмысленно. И один из участников, когда у него не было времени и не было сил придумывать, что делать, он взял штамп, и рисунок был готов. Отлично. Вопрос именно в том, умеем ли мы задавать вопрос. Спасибо большое, Марин. Я прекрасно провела с вами время. И спасибо большое вам, дорогие слушатели. Вы приходите уже скорее повеселиться. Уже вот все, спасибо, ручки Наташа. Зачесались. Давайте, хватит болтать, пойдемте рисовать. Спасибо большое, Наташа, за участие. Спасибо за то, что поделились вашим потрясающим опытом. Жду вас на курсе, и я очень счастлива, что вы будете. Пойду вам по портрету порисую, там все рисуют, а я да, конечно. Передавайте всем привет. Пока. Счастливо, до свидания. До свидания.